Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы со мной. Спасибо вам за поддержку. Вот как в наше непростое время, в современное время, не только не потерять, но и приумножить свои деньги. А время, между тем, ну, все мы знаем, такое очень своеобразное, суетливое, такое, можно сказать, тяжелое. Вот люди стрессуют, много паники разной. И на этом фоне люди теряют деньги. А между тем, деньги любят тишину и спокойствие. Вот все вроде бы об этом знают. Но вот как привести себя в такое состояние? Как привести в такое спокойное состояние свою деловую сферу и при этом заработать деньги? Вот проведите такую практику, такой ритуал. Он не привязан к лунной фазе, но вот как только прочувствовали, что у вас какие-то проблемы пошли в финансах, на работе, в бизнесе, в делах где-то, вот сразу же в этот же день начните делать такую практику, такой ритуал. Вот вечером перед сном наберите половину стакана чистой питьевой воды. Поставьте возле кровати на тумбочку, там где вы спите, и накройте салфеткой этот стакан. Утром, как только проснулись, вот до принятия всех водных процедур, возьмите стакан этот с водой, встаньте у окна и, глядя через воду, вот в окно, через стакан и воду, вообразите себе вот вашу конкретную финансовую ситуацию. Вот тот вопрос, который вас беспокоит, который мучает вас, решение какое-то не можете найти. Вот конкретно вашу ситуацию, которую вы хотите решить. Представили ее и произнесите на воду такие слова. Суета, тревога, уймись, в воде растворись, прибылью обернись, быть тому. И после этого медленно, вот очень медленно, ни в коем случае не залпом выпейте эту воду. Залпом вообще воду пить нежелательно. И вот такую практику в течение 3 дней, вот по утрам, 3 дня подряд, желательно провести. И вот этот вопрос финансовый, который стоял остро, который не давал вам покоя, который мучил вас, он будет решен. То есть решение какое-то найдется. Оно придет вот любым каким-то, ну скажем, таким путем. Может быть, какой-то знак получите, какое-то сообщение, что-то увидите такое, вот скажем, что поможет вам решить этот вопрос. Но он однозначно будет решен. Еще, друзья, вот красная нить, когда она не на руке, а когда она в доме, очень мощнейший оберег, который поможет вам защититься от любого зла. Вот обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот там все подробности. Благодарю вас.